Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Roblox Play. И сегодня у меня будет новый формат Rush Royale. Новая игра начать. Да, начать. А что она не начинается? Или войдите с помощью, не понял. А, вот начинается. Загрузка, так сказать. Короче, ребята, это будет очень круто, так что досматривайте до конца скачивания обновлений. Ну, в принципе, я пропустил, к тому же это не очень-то и важно. Короче, ребята, кто хочет, играйте со мной, смотрите видосик, играйте на телефоне, на компе. На чем вы играете, смотря. Чё? Как я понял, здесь какой-то, смотрите, какой-то в плаще пацан, в красном, молнии, ядра, это, я ничего не понимаю. Эта загрузка очень долгая, скажите. Это очень, наверное, крутая игрушка, не? Блин, сколько эта загрузка может длиться? Сколько загрузка будет длиться? Алло. Ага, музычка заиграла. Облака. Я ничего не понял. Обучение. Шаг первый. Пешки и монстры. Первым делом призовите пешку. Ага. Для призыва пешки используется мана. Нажмите в любое место для продолжения. Ага. Призовите еще несколько пешек. Ага. Эта пешка какая-то странная. Ага. 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 О, мне вот это уже нравится. Лучник. За поврежденную ману начисляется мана. Ага. А я могу поставить уже ману? Не? Не, ребята, мне нравится эта игрушка. Что дальше? У меня ж просто все заполнится и все. Тысяча. Шаг первый пройден, понял. Шаг второй слияние пеши. Чего? Ага. И получается. Чё? Какой-то бабуин. Как видели, да, случайный. Бабуин это. При слиянии до второго ранга силы пешек сохраняется. Но с третьего ранга и далее часть силы теряется. Это бабуин! Да. 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 Из 8 пешек первого ранга слияния получилась 1 пешка 4 ранга слияния. Пешка сильная, но бьет слабее, чем 8 пешек на первого ранга слияния. А могу я ему как-то помочь? Или он так сделан, что... Дойдя до ворот, монстры наносят по ним обычные единицы. Одну, мини-босса и босса, две единицы. Снова призовите 8 пешек. Ой, май гадис. Это уже 8, реально. А чему меня там учили? Призовите пешку, это все, окей. Чего меня учили? Дайте я соединю хоть пешки. Шаг второй пройден. Шаг третий. Мана усиление. Не, 4 пешки. Можно соединить? Давай, давай, нет, нет, нет! Нужно больше мощи, но маны сейчас хватит только на призыв одной пешки. Две! Можно? А можно? А можно? Давай, 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 бей! Улучшение распространяется на все пешки и на те, что уже на поле, и на после их призыва.
Бой с противником. Но это очевидно. Пора показать себя в бою с оппонентом. Призовите пешки и приготовьтесь к обороне. Поврежденный монстр переносится на сторону оппонента. Вот посмотрите, он сейчас убьет монстра и ко мне принесется. Чё, это мне не нравится. В бою вы можете рассчитывать на своего героя. Пешки из вашей колоды генерируют боевой дух, и когда его шкала заполнится, вы сможете использовать способность героя. Окей. У меня все хорошо идет, в принципе. Опа. Три. А, это тренер. Отлично. Используйте полученные знания и продержите дольше, чем оппонент. Ну, нуб какой-то, он уже умирает. Надеюсь, какая у него стая монстров. Я даже не увидел, что там будет. Окей, победа. Без клана, конечно. Трика. Он вообще ноль, и он ноль. Нанесли урон. Конечно, их не было вообще. Ну, кроме одного. Ну, короче, мне лично Rush Royale нравится. Ага. Значит, вот тут забрать награду. Хорошо. Я потом поставлю ник. Не, давайте сейчас поставлю. Дайте мне поставить ник. О, мне это надо, это надо. Дайте мне поставить ник себе. Ау. О, подарок. Давай. Отравитель. Алло. Аватарки, ранки, аватарки. Да. Можно поставить рамки? Ладно, ладно, как поставить надпись? Вот это хочу убрать. Дайте мне... Клевер уберу. Наверное, мой ник будет... Roblox Play 228. Ладно, просто Roblox Play тогда. Так, из больших. Ребята, все видите мой ник. Сейчас буду писать. Чё? Вот, пиши. Roblox. Play. Вот. Всё. Чё? Мне нужно... мне нужно 100 кристаллов. Задание. Бесплатные кристаллы. Чё? Лад, инфо, лад, инфо. Можно выйти отсюда бы. Я вышел. Алло. Короче... Я профукал свой этот шанс поставить. О! Сундук легенды. Золотой сундук. Хоп. Хоп. Золотой сундук. Сундук легенды. Золотой сундук. 24 золотой сундук. Понял я, понял. О, забрать сундучок. Открыть. Ничего нового боец выпал, не? Наверное, показалось, не знаю. Прокачиваем своих войск. Я еще могу его прокачать. Отлично. Понял я. Бабуина прокачаю. Бабуи. И тебя прокачаю. Лучник. Допустим, допустим, лучница. Больше на девочку похоже. Скажите, так и боевой дух. Понял, да, еще раз ее улучшу. Опа, у меня жрица есть, офигеть. Оп, выбрать. Вместо этого бабуина возьму. Бабуин мне не очень нравится. О, коп.
Короче, это получается, как сказать, это совместная работа, вместе как бы убиваешь. Ты вместе в команде с каким-то челиком. Давайте бейте. Мне этот режим уже нравится. Опа, все. О, еще одна очница, можно соединить. Еще вот этот. Опа, электричка. Электрик. Третья волна. Фух. Давай. Смотрите, какой у него офигенный есть. Феликс. Мне лучник очень нравится, если честно. Я его качну разок, лучника. 200, следующая прокачка. Чё, еще давай. Успели. О, это мне нравится. Еще давай. Вот так. Ой, обожаю такие фигурки, офигенные. А давайте это поставим. Что еще? Вот электричку улучшим. Давайте еще вот этот холодненький холодного мага улучшим. Маг холода. Не-не-не, сейчас не надо. О, на волну седьмую приберегу. Тренер, спаси, помоги. Я думал, ты атаковать будешь. Че, у меня все на втором левеле, офигеть. Офигеть, мы живем уже 7 волн. 8 волн, можно сказать. Бу-бум. Короче, 8-я волна будет жестко. Но мне нравится. Блин, так время быстро прилетел. Ой, зачем? А, хотя да, нужно было. О, давай вот так соединим. Вот так соединим. Вот так соединим. О, лучника решился. Зато вот такая формочка у нас появилась. И нам кирдык. В прямом и переносном смысле. Все, мы проиграем. Ну, короче, отличная игра, я пошел. Лучник все это да больше всего урон нанес. Короче, лучник красавчик у меня. Почему он всегда переворачивается? Короче, ребят, кому нравится, ставьте лайкос, я узнаю и буду продолжать эту игрушку. Блин, крутится на третий, на второй не найден. А кто еще не найден? А мне нет вот этого... нет этого дурочка. Вот, не найден. Женец. Эпик. Конечно, когда мне эпик выпадал? Никогда не выпадал. Женец. Тысяча. Я бы купил бы, если бы не так дорого. Ладно, разберусь. Короче, ребят, на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.